Всем доброго времени суток, с вами Артём, и это 16-я серия прохождения за Пруссию. В прошлой серии мы разбили два французских корпуса в Гессене, в результате чего маршал Блюхер у нас остановился в поселении под названием Тюрингервальд, вот здесь вот у нас находится, а генерал Пфуль у нас отошел обратно к Леву. И сейчас вся основная ситуация — это куда же двинется Наполеон со своей армии. Что я теперь хочу делать? Я хочу немножко поработать дипломатией, а именно поднять опять отношения с Российской империей за плюс 200, чтобы было очков, поэтому давайте отправим им дар. Итак, у нас плюс 220. И заключить еще один союз, попытаться это с королевством Неаполь для будущей войны с Австрией, для того, чтобы Неаполь был хорошим союзником и, так скажем, отвлекал на себя внимание австрийцев в Италии. Так, начать переговоры, запросить союз. Так, что у вас по технологиям? Ну, в принципе, у вас можно попросить систему снабжения. Давайте я вам дам вот такие вот хорошие свои технологии, и вот на этих условиях согласитесь вы или нет. Так, вы хотите денег, ясно. Вы хотите денег. Так, система снабжения. Так, 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 так. Тогда, в принципе, я вам дам вот эти вот технологии, и платежи я вам дам 2000. Так, отлично, согласились, заключили мы с ними союз. Отношения у нас плюс 62, это очень мало, поэтому давайте отправим дар. И плюс 162, отлично. В принципе, еще можно попытаться заключить союз с Португалией. Ну и тут, естественно, они с нами не хотят возиться, потому что у них в союзниках Великобритания, и она на них влияет. И она на них влияет. Странно, что еще Великобритания не упросила португальцев напасть ни на Испанию, ни объявить войну Франции. Обычно британцы не просят всех подряд. Так, ну у нас есть 1500 монет. Далее, что значится, мы вот эти три эскадрона Улан переводим в Бреславу, в Силезию. В Варшаве у нас нанимаются... Давайте вот так вот. Возьмем еще два эскадрона отсюда. И у нас еще здесь нанимается пехота с пушками. Так, в Берлине у нас, в принципе, ничего не нанимается. Есть артиллерия. Давайте эту артиллерию отдадим. Так, и в принципе... армию Луиса Фердинанда мы переведем вот на этот мост. Потому что Наполеон Бонапарт может пойти сейчас как на запад атаковать Блюхера, который сейчас очень уязвим после сражений с французскими корпусами. Так может выбрать дорогу вот эту вот и пойти, в принципе, на земли Ганновера. Может пойти прямо на Берлин, а может повернуть на восток и, в принципе, дойти и осадить Дрезден. В принципе, давайте из Праги тогда мы оставим здесь несколько отрядов пехоты. Вот я думаю, раз, два, три, четыре, этого будет достаточно. А, к сожалению, мы вывести не можем почему-то. Почему мы не можем вывести? Эти мы вот можем вывести. А, артиллерия у нас, в принципе. Ну, а если мы... Ну, давайте пока останемся в Праге. В принципе, тут недалеко, если что, дойдем до Дрездена. Так, здесь у нас как вся ситуация. Так, Блюхер у нас заперт здесь. Так, этот чуть-чуть не дошел до Клева. Ну, в принципе, все. Поэтому делаем конец хода и смотрим, куда пойдет Наполеон.
Итак, нас атакует другой же совершенно корпус французский, который вынырнул из Баварии, из тумана войны. У него помимо численного перевеса еще также достаточно сильный кавалерий. У меня же кавалерия вся покоцана. Поэтому мы делаем тактическое отступление. Итак, завершился ход и достаточно очень много событий. Но первое основное событие, это, конечно же, теперь мы воюем с Батавской республикой, они же голландцы. Вот у нас новый враг. Так, новый у нас шпион в Западной Пруссии. Давайте этого шпиона мы отправим, ну, пока вот сюда, вот. Так, это у нас подожгли наши... рудники, проклятые голландцы. Так, ну, естественно, торговля разрушена, вторжение противника. Изучили мы литографию. Так, шпион наш обнаружен, нота протеста и тут же забастовка рабочих, как в Гессен-Касселе, так и в Ганновере. Ну, в Ганновере мы можем, в принципе, нанять еще два отряда ландверов, которые более-менее успокоят местное население. Так, шпион, шпион, ясно. И перво-наперво, пока мы разобьем сразу же, давайте голландцев тут пфулем. Тут особенно сильно можно автобоем это все завершить. Так, ремонтируем, выбираем пфуля армию и добиваем голландцев. Так, добили голландцев. И за это у нас Карл Людвиг Август Пфуль награждается орденом короны третьей степени. Вот такой вот молодой генерал, 27 лет, всего на один год старше меня и уже начинает набирать свои, так скажем, награды и продвигаться по службе. Так, возвращаем его обратно в Клев. В принципе, здесь пока у нас гарнизон, все нормально. Так, что у нас в Гессен-Касселе? Ух ты, какая тут ситуация. Так, пока не забыл, значит, у нас дворянин направляется в университет. Так, Луис Фердинанд. Луис Фердинанд. В Дрезден. Направляем его прямиком в Дрезден. Берем... армию Гоген-Лоу вместе с... Так, оставим здесь, давайте, раз, два, три, четыре, пять. Пять отрядов мы здесь оставим. В принципе, можно оставить конных егерей, а легкую пехоту взять. Вот так вот мы, в принципе, возьмем. Подводим к Дрездену. И даже можно поближе. И уже перехват. Наполеон Бонапарт делает перехват. То есть получается, я-то хотел, чтобы у нас Луис Фердинанд был атакующим корпусом, а Фридрих цу Гогенлоу был у него в подкреплении. Ну, получилось вот так вот. Но тем не менее, ладно. Значит, цу Гогенлоу у нас будет атакующий, Фердинанд у нас будет в подкреплении. Состав армии Наполеона, я думал, будет получше. В принципе, у него многочисленная легкая кавалерия, 18 целых отрядов. Есть у него воздушный шар, который полностью открывает ему поле боя. Две фузелерских ударных батальонных колонн. И в основном это уже легкая... Есть, правда, вот типа гренадер. Артиллерии достаточно много приличного на у них, всего 6 фунтовки. Но тем не менее мы начинаем это сражение. Мы
Сражаемся с корпусом Наполеона Бонапарта. Trommel schlägt und schmettert, Ratterplatt und die Redonne. Der Hauptmann murrt und wettert, Ratterplatt und die Redonne. Fahne knattern hell, wehen in den Wind, frisch vorangesellt, kommt mit uns geschwind, es gilt die neue Welt. Итак, на полях Саксонии под Дрезденом столкнутся две армии, французская и прусская. Французская под командованием Наполеона Бонапарта, а прусская под командованием двух генералов, Гогенлоа и Фердинанда, принца Пруссии. Итак, что мы видим? А мы видим то, что впереди река. Впереди река, вот здесь вот имеется мост. И, в принципе, я не вижу больше... Ага, вот здесь вот вроде нет, брода нет. Здесь перейти нельзя. А где же можно... Ага, и, в принципе, еще один брод. То есть только в двух местах. Ну, давайте же сразу же идем к мосту. Идем к мосту, ставим напротив него... Так, это 6-фунтовка? А, нет, 12-фунтовая, я уж напугался. Так, у нас зона развертывания там не такая уж большая. Так, но тем не менее. Пушки сюда. Так, пушки, пушки. Так, фузильеры. Прусские фузильеры. Сразу же им тактику легкой пехоты ставим. Гренадеры. Отключим сразу им. Так, конные егеря у нас пойдут здесь. Так, егеря пока обождите. Так, это опять фузильеры. Так, мушкетеры. Мушкетеры. Черный пехотный корпус Брауншвейга. Так, ну в принципе по центру-то особо мне идти-то и не надо. У меня будет только, так скажем, в двух местах сосредоточить сил. Так, гаубицы. Так, давайте гаубицы. Одну сюда батарею, одну сюда батарею. А по центру в основном у нас будет идти артиллерия. Так, артиллерия. Так, это гаубицы. Так, подождите. Вот 12 фунтовки. Так. А за ними же сразу будут идти вот здесь вот где-то гаубицы. Так, фузильеры пока сюда. Так, 12-фунтовые нужно еще разместить. Так, вот эти вот берем. Так, и где у нас там вторая-то переправа? Ага, вот здесь вот. Вот здесь вот, значится, пойдем. Так, поставим здесь. Так, эти гаубицы, значит, поставим вот здесь. Вот. Так, где у нас тут были? Так, это егеря. Так, фузильеры. Сразу тактика легкой пехоты. Ставим их сюда. Так. Опять фузильеры. Так, егеря. Так, мушкетерский полк. Мушкетерский полк. Мушкетерский полк. Так, гусары. А, гусары, гусары, гусары. Так, фузелеры. Егеря. Угу. Что мне делать с вами? Что мне делать с вами? Так, еще есть егеря. Ну, в принципе, егеря. Давайте сюда один отряд тогда. Этих егерей мы возьмем сюда тогда. И у нас остается один полк фузильеров. Ну, давайте пока сюда поставим.
В принципе, все, да, артиллерия. Так, 12-фунтовая и гаубицы. Давайте их прям по центру подведем к реке, пускай они обстреливают. И, в принципе, гаубицы. Так, генерал, генеральский штаб. Давай будешь в основном вот здесь, вот где мост. Значится, так, драгуны. Пока поставим вас сюда. Уланы. Будете здесь. Эти уланы, естественно, ставим сюда. И гусары. Гусары, 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 гусары. В принципе, здесь есть гусары. Так, у нас здесь есть драгуны, уланы, егеря конные. Поэтому давайте-ка сюда. Гусары, еще один отряд пойдет у нас сюда. Так, в принципе, все. Начинаем сражение. Ставим на паузу. Сразу же вот эти вот орудия у нас идут в центр. Так. Получается, как бы правый фланг в группу. Правый фланг в группу. И подводим ближе, ближе, ближе к мосту. И немножко под углом. Нет. Ну, вот так вот будет, я думаю. Нормально. Вот сюда пойдешь у нас. Так, и получается левый фланг. Его тоже берем уже в другую группу. Во вторую. Так, ты у нас тоже пойдешь вот к этой вот переправе. И буквально вот как-нибудь вот так вот. Отлично. Снимаем с паузы. И все наши отряды двигаются. У нас еще в подкреплении тоже достаточно крупный корпус под командой Луиса Фердинанда. Поэтому мы особо-то, так скажем, можем не бояться терять людей. То есть уже безбоязненно. Ну вот легкую пехоту, в принципе, можно. Так, егеря. Егеря, 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 егеря. Давайте-ка ускоряйте шаг. Вот сюда быстренько. Здесь вы еще поставите колья. Так, здесь тоже выделяем, где у нас егеря. Так, вот, отлично. Вам быстренько ускоряем шаг. И... ох ты, тут уже французы. Да еще и конница. Да еще и конница. С ума сойти. Так, тогда гаубицы. Так, конница, 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 уланы. Там тоже они уже занимают мост быстрее нас. То есть они, в принципе, решили пойти в атаку, да? А, ладно. Тогда, в принципе, я останавливаю пехоту. Так, артиллерия сейчас немножко пройдется вперед. Ставлю боевой режим. Гаубицы тоже ставим так. Фузельеры тогда. Тактика легкой пехоты у нас идут вот так вот. Так, боевое положение. Как у нас ситуация здесь? Так, здесь они почему-то от моста отступили. Отлично, мы, значит, можем спокойненько подвести все наши здесь основные войска еще ближе к мосту. Вот так вот даже можем сделать. Так, центр. Тогда тоже боевое положение. Так, мои пушки открыли огонь. Так, они в основном все пошли на мой левый фланг. Видимо, поняли то, что он слабее.
и стали атаковать. Ну ничего, мы тут справимся. Егеря, давайте-ка вот сюда, вот. Мне здесь в основном, да, не так уж и сильно все. Так, артиллерия. Здесь ядра. Ой, картечь. Так, отменю стрельбу без приказа. Так, они хитрые. Они не просто идут сюда, они тут заходят ко мне в тыл, как бы. Но ничего, мы сейчас вас встретим, мы поняли ваш, так скажем, маневр. Пехота переходит сюда. Драгуны перестраиваются вот так вот. Уланы идут сюда. Так, вром, быстренько, 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 бегом, 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 бегом. Так, тут мы видим артиллерию вражескую. В принципе, гаубицы. Можете в боевой режим уже встать. Так. Ребята. Все три отряда в каре. Атакуем гусар. Сыпем картечью. Драгуны у нас спешиваются. Так, три каре вы тут не пройдете, это однозначно. Так, фузельеры. Гаубицы. 12 фунтовки. Так, картечь. Точнее, лучше тогда на ядра перейти. Так, 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 так. Уланы справились. Атакуем гусар вражеских. Так, гаубицы тоже боевой режим. Так, конные егеря быстренько помогают пехоте. Так, держимся, что ли? Нормально, отлично. Так, здесь у нас, в принципе, в атаку не идут, поэтому можем легкую пехоту подвести еще поближе. Ускорим шаг. Так, ну что у нас здесь? Ух ты, ух ты, ух ты, атакуют моих драгунчиков. Атакуют моих драгунчиков. Тогда. Так, конные егеря залп сделали. Отменим пока стрельбу без приказов. И мы тогда генералам, что ли, помогать. В принципе, можно включить картечь. Ага, здесь справились. Так, обратно в седло. Так, что, отбили атаку? Мы отбили атаку. Молодцы, у меня еще уланы 37 человек осталось. Так. Пушки. Вот эти вот все пушки, которые здесь стоят, мы ударяем по пехоте. Так, гаубицы. Наши люди бегут, по пехоте. Так, 12 фунтовки. Тогда, раз они тут не идут через... В принципе... Так, 12 фунтовки тоже по пехоте. Так, подойдем ближе. Подойдем ближе и открываем залп. Эх, маленько не успели. Так, боевое положение. Так, атака всей кавалерии тут у нас наткнулась на мое каре. Теперь мы бьем их пехоту. Теперь мы бьем их пехоту. Так, ой, совсем-совсем тут пропустил. У меня что-то атакуют вовсю. Так, у меня тут, в принципе... В принципе, перестрелка идет моей легкой пехоты. Так, помогаем тогда моей пехоте. Пошли в атаку мушкетерские полки. Так, пошли в атаку мушкетеры. Улан тогда мы переводим к центру. Улан мы переводим к центру. И гусары у меня атакуют вражеских гусар.
Так, отлично, отлично, отлично. Так, здесь бы не пропустить. Пошли опять они в атаку. Но у меня здесь каре. Наши люди бегут, месье. Так, не критично, не критично. Так, фузельеры. Так, нет, 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 фузельеры у нас будут обстреливать мост. Вместе с егерями будут обстреливать мост. Так, генерал, подведем поближе, чтобы... Так, драгуны опять спешиваемся, чтобы вы открыли огонь. Так, уланы, вы стоп. Так, здесь, в принципе, где у меня 12 фунтовки-то? Так, картечь и по пехоте. Гаубицы. Так, ударяют по самому центру. Так, эти гаубицы тоже открыли огонь. Так, все пока идет прекрасно. Так, 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 вы, пожалуй, отойдете. Ух ты, это их уже, это их картечь. Так, тут у нас подходит пехота. Так, измеряем. Отлично, их батальонная колонна отступает, и мы, получается, сворачиваем основными нашими мушкетерами. А нашими фузельерами мы... Ага, тут мои гусары уже шухер наводят. Тогда их артиллерию атакуем. Подводим к переправе фузельеров. Берем еще гусар сюда, подводим. Так, у нас тут подходят уланы. Отлично. Так, конные шассеры. У них атакует пехота. Ух ты, по моему генералу долбят пушки. Поэтому давайте немножко его отведем сюда. Так. Ну, здесь не прорвутся. Здесь три каре. Это просто самоубийство любой кавалерии. А вот они начали подводить пехоту. А пехоту-то мы сейчас расстреляем из пушечек. Так, гаубицы. По пехоте. Вот эти гаубицы. По пехоте. Так, а вот эти пушки долбите по далеким войскам, чтобы не забыть. Точнее. Ага. Батальонная колонна. У нас тут егеря с фузельерами. Если что, гренадер подведу. Так, здесь у нас все прекрасно. Так, тут у нас как дела? Где-то у меня тут должны быть мои гусары, которые атакуют вражеские пушки. Так, у нас подходит уже отсюда наша основная пехота. Ну, в принципе, можно сказать, что... Так, картечь, молодцы артиллеристы. Так. Пройти главное сейчас вот этот вот лесок. И выйти на прямую атаку французов. Так, мост, 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 мост обстреливаем. Молодцы. Молодцы мои фузельеры вместе с егерями. Держу целую колонну французов на мосту. Хорошо справляются. Так, здесь как ситуация. Я вот думаю то, что каре мы... Кончились боеприпасы. Мы, в принципе, справляемся даже без... Отлично, там картечь фигачит по французам. Ну, просто они попали в ад. Французы попали в ад. Так, Наполеон. Обстреливаем. Обстреливаем. Не даем ему отступить. Не даем ему отступить. Гусары. Гусары атакуют Наполеона. Эти гусары, которые так, пушка, 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 у них вот здесь вот где-то спрятано. Так, вот, атакуем. Так, вот мы видим воздушный шар наполеоновский, с которым он осматривает поле битвы. Так, у кого кончились боеприпасы? Ох ты, вам тогда нужно будет сейчас отступить. Отступаем. Отступаем. Так, вы тогда отступайте, отступайте, отступайте. Так, уланы у меня, в принципе, здесь подошли.
Так что, не сумели мы замочить Наполеона-то? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тут штыки. Тут штыковую. Вот он, Наполеон Бонапарт. Так, не даем ему пройти. Так, пехота. Мушкетерский полк, это который кончит боеприпасы. Так, у вас тоже, что ли, кончится боеприпасы? В принципе, у всех пока есть. Так, у этих есть, так, у этих нету. У этих тоже кончились. Отступаем. Отступаем. У нас же там еще подкрепление отряда. Хотя мы, видимо, видим, что справляемся и без всяких подкреплений. Вражеская пушка. В принципе, в основном все отряды-то противника отступают. Так, пехота. Штыковую. Так, гусары. Здесь гусары. Ага, здесь шассеры. Тара-тара-тара-там. Так, ну, если мы выделим артиллерию. Их чуть-чуть не достает. В принципе, до этих достаем. До этих достаем. Будем долбить артиллерии. Так, мост удержали. Не дали им пройти. У всех кончаются боеприпасы. Все они у нас будут отступать для того, чтобы к нам подошли свежие силы подкрепления из корпуса Луиса Фердинанда. Так, ну в принципе молодец Гогенлоу. Справился с Наполеоном без всякого подкрепления. Так, мост. На мост еще идут ополченцы французские. Так. Кавалеристы. Точнее, не кавалеристы, а драгуны. Это, так скажем, полукавалеристы. Так. Конные шассеры. Гусары. Атакуем. Так, 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 так. Ну, в принципе, у них осталось не так уж и много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Убили Наполеона. Ну как, убить-то его тут нельзя. А, мы его ранили. Так, ядра. И вы у нас будете стрелять. Эх, не достаете. Так, а здесь пушки. А здесь достаем. Отлично. Так. Так. Вот здесь вот у нас еще батарея стоит, который будет обстреливать. Не достаем, да? Ну, давайте вот по этим вот остаткам французских войск. Так, у нас, в принципе, кто еще без боеприпасов? Так, отступают те, которые без боеприпасов. Так. Давайте ударим по этим остаткам французов, которые тут стоят, не сдаются. Цезальпийский легион. Отлично. Так, 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 так. Что у нас, в принципе, здесь? А здесь у нас встречают фузельеры, линейных фузельер французских. Плюс долбит артиллерия. И они отступают. Молодцы, фузельеры. Так, тут у нас что? Так, драгуны. Я тут вижу по мини-карте, что где-то есть какой-то французский отряд. А, это артиллеристы. Это артиллеристы. Мы их сейчас отстреляем, которые бросили свои пушки. У кого? Ох, у вас кончились боеприпасы. Как, конечно, не вовремя там.
Ну, никуда не денешься, отступаем. Так, я не вижу, чтобы ко мне шло какое-то подкрепление. Так, что, в принципе, остались только вот эти ополченцы, да? Остались только вот эти вот ополченцы. Ну, у вас, наверное, не хватит, чтобы вы расстреляли через реку. А если подойти прям к самому берегу? Конные егеря. Ну-ка. Достаешь. Правда, промахов больше, чем выстрелов. Так, ну тогда что? Тогда вот эти пушки. Тогда вот этими пушками мы сейчас попробуем их замочить. Так, а 12 фунтов у нас стоп. Иначе своих заденем. Плюс у нас сейчас егеря могут уже начать стрельбу. И у них остались вот эти вот два отряда. Линейные фузелеры, которые обстреливаются из пушек. А, кстати, да, у нас же еще здесь есть пушки, еще здесь есть пушки. Так, выбираем здесь две батареи. Пока они тут в каре стоят, не двигаются, они прекрасная мишень для артиллерии. Выбираем здесь две батареи и обстреливаем. Ага, вот здесь-то мы и не достаем. Может здесь, конечно, гусары справятся. Ах, шассеры. Шассерами могут и не справиться. Так, эти у нас под обстрелом. Они, в принципе, отступают уже скоро будут. Скоро их боевой дух понизится. Ну, в принципе, все. Они остались одни. И можно сказать, мы разбили Наполеона. Это победа. Всю артиллерию переводим сюда. На этот один-единственный отряд. Вот мы видим брошенные французские пушки. Сейчас моя артиллерия должна справиться. Все мимо и мимо, потому что достаточно далеко. Сколько орудий стреляет и не могут попасть. 93 человека. И у нас тут фузельеры мои отступили. Подкрепления по-прежнему нет. Мы справляемся, в принципе, и без подкрепления отлично. Ну что, давайте уже замочить этих французиков. По-прежнему 93. Они обходят все мои пушечные залпы. Какие стойкие ребята, а? Их тут обстреливают со всех концов из пушек. А они даже не боятся. Ой, как мы мажем. Конечно, да, артиллерия. Очень много промахов. Но зато если попадет, так уж хорошо попадет. Так, опять попробуем выделить всю артиллерию. Отменить стрельбу без приказа. Поставить стоп. И на линейных фузелеров французских. Ага, тут у нас встречают уже мушкетеры наши. Убили одного человека. Ну где вы, пушки? Где вы, смертельные ядра? Это в воду, не считается. Опять в воду. О! О! 6 человек сразу. И все, и они отступают. Точнее, не отступают, только еще запаниковали. Еще нужен хороший один удар. Зачем-то они вторым построились прямо в воде. Вот теперь отступают, но вернулись. Поправили боевой дух. Вот здесь вот товарищи. Давайте на них переведем теперь артиллерию. Я думаю, здесь будут поточнее удары-то.
Мимо. Чуть-чуть задели. И они тоже начинают паниковать. В принципе, сейчас тоже будут отступать. Ага. Португальский легион. Что-то тут делает. Затесался в Саксонию. Ну, на стороне французов воевал практически вся Европа. Ох, как хорошо вмазали. Один удар, 4 трупа. А нет, смотри, просто оглушил. Они очухиваются, очухиваются. Надо же, все встали, все четверо. О, один лег. Не, ребята, вы не пройдете. А уж по мосту и тем более отступают. Переводим тогда опять огонь на шассеров. Можно, в принципе, увеличить скорость побыстрее, иначе мы тут уже просто-напросто... Из-за двух отрядов задерживается вся битва. У меня тут огромное количество пушек, не могут попасть. Ох, давайте уже, я прибавил максимальную скорость. 52, 52, 51, 50, так, уменьшается постепенно. Плюс удар артиллерии. Боевой дух должен упасть очень быстро. Так, вернулись те ребята. Пока эти паникуют, те вернулись. Быстрее бы я пехотой справился, если честно. Так, переводим тогда огонь на них быстренько. Ну вот так вот. Вот видите, два отряда. И тем не менее, если я сейчас закончу битву, то мне засчитать поражение. Надо, чтобы все отряды отступили. Так, ну ладно, мы тогда подведем пехоту вот сюда вот, ближе к переправе, и уже встретим их массированным огнем. А, это у нас гусары. Нет, гусары сюда. Вот где у нас мушкетеры-то. Давайте бегом, 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 бегом. Пока они там эту реку будут переходить. Так, 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 так. И, собственно говоря, открываем огонь. Вот, так намного эффективнее мушкетные выстрелы, чем пушки. Все, все отряды отступают. Все, победа. Прекрасная победа. У нас, можно сказать, если округлить, 400 человек. У них 1800. Ну, сами видите, да? Почти в 5 раз. В 4,5 раза. Молодец, молодец, Гогенлоу Фридрих. И на этом завершается 16-я серия. Всем спасибо за просмотры, всем спасибо за комментарии. Всем удачи, всем пока.